Мы должны научить их, как быть в общении Общаться один с другим Они должны находиться в молитве И они должны рассказывать Евангелие Это то, что произошло с Даниилом Они были вместе Они молились И они говорили о великом Боге

72 процента профессоров. Это люди, которые будут учить наших детей. Как мы на это должны реагировать? Мы должны научить их, как они могут защищать свою веру. Потому что, когда вы закончите воскресную школу, вы пойдете в университеты. And the statistics is very sad. И статистика очень печальная. Из Че четырех человек, которые идут в университет, только один остается христианином. Imagine, one, Представьте, есть two, один, два, три, четыре, one. и только один. only one will stay Christian because we live in a faithless society this is the statistics first Peter 315 1 315 it says but in your heart reserve Christ as Lord always be prepared to give the answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчёта вашему пованием дать ответ с кротостью и благоговением. First Peter 3:15 is what called the verse of apologetics. И

Потому что их вера будет испытана в каждом классе, который они будут брать. Первое, что они встретят, им люди скажут, Бог не существует. Докажи мне, что он существует. И если вы ответите, что Библия так говорит, они скажут, я не верю в Библию. Как вы мне можете сказать, что это и Слово Божье? Как вы можете доказать, что Иисус это Сын Божий? Как насчет других религий? Мусульмане? Индусы? Почему не их вера, но ваша?

And if you say yes, Если вы говорите «да», he is not he lift that stone он не такой всесильный, потому что он не может поднять этот камень. Неважно, вы скажете «да» или «нет», у вас будет проблема. And Jesus had a lot of questions like this throughout his ministry. And in many cases, he didn't give the answer right away because he knew that they were trying to trick him. The Pharisees would give him the, the question that if he were to say yes or no, И фарисеи задавали такие вопросы, что если бы Иисус отвечал да или нет, у него были бы какие-то неприятности. И мы должны учить наших детей. Потому что в школе они не научатся ответов. Но в наших школах они должны. Ну, конечно, в первую очередь мы сами должны выучить ответы на такие вопросы. Как вы можете доказать, что Бог существует? Есть ли другие какие-то доказательства, кроме Библии? How about the word of God? Is that really the way that it is? You, you want to tell me that this is the word of God, that God wrote himself? слово на самом деле? Он написал его? Is Jesus really a historical person? является ли Иисус исторической личностью? I mean, this is going to be bombarded at school. вопросами. We need to teach apologetics in our schools, in our Sunday schools. We need to organize Christian groups that will discuss these questions, that will give the answers. In 2 Corinthians 10.3.5 5, it says, We are human, but we do not wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы используем оружие Божье, чтобы разрушить uh, армию врага. Это то, to do. что мы должны учить наших детей делать. Three, three И препятствие номер три ⁇ это развлечение. И это никогда не было настолько проблематически, как это сейчас, в 2010 году. An average person play about 1.1 hours of games per day. In 2010, an average person watched TV about three hours a day.: 2010 году средний человек смотрел телевизор приблизительно 3 часа в день. An average person would watch and go on the Facebook 7.5 times. Seven point five times they watch the Facebook. Oh, seven, uh, seven and a half раз больше.: So, the, if you add up. Если вы все это поставите вместе, у вас есть восемь часов спать, восемь часов школы или работы, и восемь часов остается для других: семья, церковь, общение. Четыре из этих часов заняты развлечением. Это никогда не было так. Никогда это не было проблемой раньше, но сейчас это проблема. И мы должны знать об этом. И мы должны знать, как реагировать на это. Потому что это ведет нас к тому, что мы просто тратим время. Это ведет к тому, что наши дети незрелые. В последние 30 лет в Америке в обществе умножилось в два раза больше общества мужчин, которые незрелые. Незрелые мужчины. Они живут с родителями пока им 30 лет или даже до 40 лет. They don't know how to take, of take care of themselves. And why? Because they, they, they're immature. And one of the problems that scientists have identified is the fact that the people are so. И одна из проблем, которые ученые признают, это то, что люди очень много времени проводят в развлечениях, в играх и в телевизоре. Если бы это было одной проблемой, но это также ведет к насилию. Посмотрите, что в телевизоре сегодняшний день, какие игры. Бог сказал, будьте святы, потому что я свят. Вот Делая все эти вещи, что я называл, приводит ли оно нас к святости? Как насчет зависимости? Столько детей зависимы от этих игр. Даже нельзя покормить ребенка, если он не играет в игру. Некоторые родители и некоторые родители даже заинтересовывают детей своих играми. Они говорят: вот если ты покушешь, я разрешу тебе поиграть игру. Вы видите проблему? И это во всем мире. Как мы должны на это реагировать? Ну, 5:16 потому что дни и Ефесянам 5.16 Ефесянам написано дорожа временем, потому что дни лукавые. We, have to, we have to use our time мы должны использовать наше время соответственно для Бога, но не для другого. В Коринфянам написано все, что делаете, делайте как для Господа. Когда мы разрешаем себе играть игры или смотреть телевизор, делаем ли мы это для Господа? Я думаю, ответ очевиден. Я думаю, что вопрос, ответ очевиден. Как же мы можем помочь? Как учителя воскресной школы, как служители детского служения, как мы можем помочь? Well, first of all, we have to in this. Первое, что мы должны сделать, это вовлечь родителей в это. Мы должны указать родителям на эти проблемы. Потому что ребенок востребован в школе находится только в определенное время. И если родители не работают вместе с вами, то не будет никакого успеха. У нас должны быть какие-то альтернативы для развлечения в наших церквях. We have to get our children outside, get them involved in different activities, entertainments that are not the standard ones. There's so much discussion about, oh, should we have a worship band? Should we allow our kids to use the drums? Should we do this? Should we do that? Есть очень много дискуссий по вопросам, должны ли мы разрешать нашим детям, чтобы были группы прославления, должны ли мы разрешать им Вы хотите, чтобы они играли в игры, видеоигры вместо этого? Вы хотите, чтобы они просто смотрели телевизор вместо этого? Спросите себя такой вопрос. Есть церкви американские, в Ассамблее Божьей. That they have a program called Royal Rangers. <laughs> and in fact, a lot of uh, И я знаю, что многие верующие христиане из славянского общества они приводят своих детей в это в эту программу. Because these are the programs for kids to have fun. Это программы, которые разрешают детям иметь какое-то развлечение. They go dirt biking. Они едут на мотоциклах. They have different leagues for basketball, volleyball, У них есть группы баскетбола, волейбола, бейсбола. They volleyball. do hiking. Они идут в горы. Children. Дети, With one another. один с другим, of video games. вместо того чтобы играть игры, And we have to those мы должны просто разработать такие программы. We have to give our these У нас должны быть какие-то альтернативы для наших детей. The is just take all their time away. Иначе просто развлечения заберут их время. Five. и препятствие номер пять Sorry,

до возраста 16 лет. 16 лет. До 16 лет. 90 Вот почти вот практически весь этот хор. Они подвергаются порнографии. The average age of exposure to pornography is 11 years. И средний возраст, когда дети подвергаются порнографии, 11 лет. 11 years. 11 лет. Вы думаете, вы знаете своих детей хорошо? Возможно, они не все вам говорят. And this is a big problem. This is an epidemic, problem in, an epidemic problem in our society. Children spend more time watching pornography on the internet than they play video games on the internet. 96% of young men, Christian men, by the age of 20, under the age of 20, Regularly masturbate, 96%, 96 uh, Christian ребят, христианских мужчин до возраста 20 лет uh, занимаются мастурбацией. 96%. Вы думаете, это проблема? Это самая большая проблема, которая существует.

И реакция мозга такая же на порнографию, как на кокаин, на наркотик. И это бесплатно. За кокаин надо платить деньги. За сигареты надо платить деньги. Надо найти время, чтобы найти это. С порнографией. Вы берете ваш телефон. Вы слово. And you have it. It's a big problem. Now, in the Bible, 1 Thessalonians 4 3 and 4, chapter 4, verses 3 and 4. It says, It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should. Ибо воля божья есть и священие ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Библия очень четко говорит об этом.

И мы уже не говорим о всех сексуальных заболеваниях и все, что приводит к физическому разрушению. Do you talk about this? Вы говорите об этом? Do you talk about this with Вы говорите об этом с детьми? I'm, I'm you this Я на самом деле спрашиваю вас такой вопрос. Yes? Поднимите руки, если можно.

Самое первое, это мы должны говорить об этом. Надо организовывать какие-то конференции об этом. Нам надо говорить с детьми we один на один. Нам надо, чтобы было исполить, как они имеют в католических церквях. We need, we need надо, чтобы у них была возможность сказать нам, что у них есть такая проблема. they support чтобы были такие как бы группы ответственности, где они будут отвечать один перед другим. Надо рассказать истории, чтобы они понимали, что в результате происходит. Давид и Башефа – это история, когда Давид падает, и после этого момента в его жизни он переживает мучительную мученическую жизнь. Можно рассказать историю Давида и Версавии. После того, как у него произошел этот случай, его жизнь была просто очень такой мелкой, плохой. У нас должны быть свидетельства. Now in James 5:16 it says confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed the effective prayer of the righteous man can accomplish much James 5:16 remember this by heart Of Iakov 5:16 пожалуйста, запомните это всем вашим сердцем, где написано, что исповедуйтесь друг пред другом и признавайтесь в грехах и молитесь один за другого. Очень часто детям сложно говорить об этом со своими родителями, потому что им стыдно. И иногда учителя воскресных школ это единственные люди, которым они могут признаться в этом, особенно если вы молодые. Они знают, что у вас есть что-то общее с ними.

Basically, there are already experimental classes. Experimental schools. When you give your child to the public school, the, the, the teachers are forbidden to tell your kids who they are as, as far as their gender, sex, and sexuality. И учителя в школах им uh, запрещается говорить о себе, кто они, uh, какой у них пол, какая у них сексуальность. Поэтому, когда дети приходят в общеобразовательную школу, им говорят, вы решаете, кем вы хотите быть, мальчиком или девочкой. Вы решаете, как вы хотите вести себя, как мальчик или как девочка. И вы решаете, будут вам нравиться другие девочки или мальчики. Teachers are emphasized not to influence that decision. И учителя просто делают ударение, чтобы на их решение никто не влиял. Can you imagine that kind of society? Представьте себе такое общество. We have the laws already in place. Есть законы, которые уже действуют. Twenty years from now, imagine what will happen. Представьте себе, что произойдет через 20 лет. This is where we live. And it's going to get worse, we and we worse and, and it worse and worse. Now, you know the scripture, Romans 1, 26, 27. He says, That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the woman turned against their natural way to have sex and instead indulged in sex with one another. And the men, instead of having normal sexual relationship with woman... The Поэтому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины и заменили естественное употребление противоестественным подобной мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.

There is a big discussion right now among the scientists is homosexuality something that you are born with, or this is something that you learn how to do. right now, let me tell you four things that scientists have learned. First of all, they found that there is, there is no genetic

И 80 гомосексуалистов говорят, что они научились этому. Когда в школе им говорят: "О, ты ведешь себя как девочка", или наоборот: "Ты ведешь себя как мальчик", и поэтому это стает их менталитетом. The interesting fact is that even after these kids.

this is an epidemic it's going to become worse and worse now you are not allowed in a school to, to discuss these kind of things you are not allowed to tell another person if they want to be man let them be man if they want to be woman let them be woman you are not allowed to judge their decision И в школе сейчас просто запрещают об этом говорить. Вы не можете влиять и на решение другого человека, если они хотят быть мальчиком, это их решение. Если кто-то хочет быть девочкой, это их решение. И одно, что я хочу сказать вам, это то, что относится к нашей христианской жизни. Одна из первых причин, что приводит к гомосексуализму, и это проблема в семьях, если нет отца в семье, если нет отца как лидера в семье,

Мы знаем это. Мы знаем, что так не должно быть. Потому что Бог научил нас Библия нам это говорит. И Библия говорит нам, в каком порядке должна существовать семья. И если это не так, дети наши будут страдать. И сейчас это просто как бы стало нормой. It's это везде. It's in это в детских школах. Это в...